Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхерц, это у нас игра Curse of the Dead Gods. Поехали сразу в нее. Вам вроде бы игра понравилась, так что немножко мы еще поиграем точно, не знаю насколько много, но хотя бы чуть-чуть попроходим. Игра полна сюрпризов, у меня сегодня 27.02. Так, и здесь у нас интересная схема с пушками, давайте смотреть. У нас есть плетка, а как посмотреть, у меня сейчас пистолет, давайте возьмем. То есть я тупо весь сетап поменял. Я тупо Индиана Джонс. Ну, поехали, второе испытание. Здесь мы ничего пока брать не будем. Довольно длинная анимация, но куда деваться? Я не могу джойстиком вертеть. Могу. У нас два события появилось. Ну, давайте тогда зачарованные кото-комбы сделаем. Хотя бы попробуем. А, по вариантам... Я, наверное, пойду сюда. Самое перспективное, на мой скромный взгляд. Могу, конечно, ошибаться, но предпочитаю не ошибаться. А там уже, как говорится, знаете ли, по ситуации. Угу, вон как. Ну, без факела такое себе. Хотя, много ли тут монет падает? О, бабка в паладин зашел. Что бы это значило? Джонни, а где урон? Космически мало урона. Хотя плетка долбит нормально. Знаете, наверное, поначалу лучше играть с тем оружием, к которому я привыкший. А если комбинацию, можно? Ну, такое себе, я бы сказал, врать не буду. Не очень круто. Ой, это ловушка, ё-моё. Я думал, там ништяк. Но что-то как-то не похоже. Это что, полоса с препятствиями? Выглядит волнительно. То есть, ни хрена себе. Комбинация. А, так эту штуку ломать надо. О, как ее дамажить-то, алё? У него только со спины, что ли, урон проходит? Непонятно. Все взрывается что-то. Так, новая пика точеная. На нолик. Можно заряжать атаки. Так. Булав от ядов. Давайте возьмем вот это. А я не могу взять? Давайте попробуем за порчу, грубо говоря, взять нашему герою. Заодно он квирк получит почти сразу же. Ну и поехали дальше. Снова релига. Квида. А потом пойдем, наверное, через правую. Там две хилки, на всякий случай будем лицом торговать. Квирков наловим. Ух, интересный ран будет, наверное. Ой, нормально так ловушку поймал. Я могу любую атаку зарядить. Забавно. Почему нет пробития? Что-то страшное происходит. Слушайте, ну противников они добавили новых. Офигеть просто. Какое-то пробитие сделал. Не уверен, хорошо ли это, но факт остается фактом. Неплохо. Подожжем давайте. Эту штуку я не активирую, ну ее в пень. Буду большой булавой бабахать. Только стамина кончилась. Неловко. Тупо атака из Bloodborne. Помните, там такая была? Ну или такая, или похожая. Эх, маленького позвал. Так все хорошо было. Кто меня дамажить начал? Нравится копье. Даже двоих бьет, даже нескольких бьет, вообще отлично. Думал перетанкую, но не вышло. А, так я могу комбинации мутить, то есть вот так и потом вот так. Это очень неплохо, вторичное оружие. Давай возьмем. Что-то быстрое, что-то ядовитое. Так, это что за алтарь? Макс здоровья, либо урон. Я хочу все. Звучит-то как план на самом деле. Опять же, если вам эта игра нравится, пишите, пожалуйста, в комментарии, мы все будем проходить. А, либо сюда, я думаю, сюда пойдем. Там пуха еще потом. Сейчас чуть-чуть полечимся.
И сейчас будет квирк новый. Хороший или плохой, или кто его знает? Думаю, пропустим. Так, не только ваше тело, разум. Простите, страшный звук. Вызывает галлюцинации. Блин. Ну, короче, нельзя урон получать. Наверное, до фула хильнусь. Ну, нормально, не буду много порчи брать персонажу. И теперь пухи. И потом два вопросика рандомных события будут. И я думаю, разберемся. Пробуем когти активировать. Ой, нравится, нравится. Ну еще и дотекать будет потом. И когтями добить, красота. Небольшие проблемы. Откуда они вылазят? И почему их так много? Моя испытывает недопонимание. И прям такой, а уехай, не. Стамина-то кончилась, братан, ты шо? Сейчас бы... Владос, может, соберемся? Было бы, я думаю, неплохо, на самом деле. Пока не могу привыкнуть к тому, что стамина улетает за секунды. Да, осторожнее. Я нажимал додж. Какую-то фигню кастует неприятную. А сколько в тебе хп, уважаемая? Долго они тикают, долго. Яд, конечно, приколен, но мало дамажит. Ну, лицом торговать не ошибка. Мне показалось ли это контакт? Простите, пожалуйста, меня великодушно. Я, честное слово, здесь только вкладок открыто, вы бы только знали. Я испугался сам вместе с вами, простите. Так, булава расхитителя. Щит. Вот, плетка мне понравилась когда-то. Давай, на вторичку, блин. Во тьме, да давай возьмем. Жалко, я не могу менять на слоты. Вот я, например, бы на быструю атаку на квадратик хотел поставить, но нифига. Но плетка вроде бы очень хороша была. У нас уже была. Сейчас золотишко, потом хилочки. И в целом должно быть амана. Так, получаемый урон запускает волну врагов, тушит либо огонь. Такое себе. Хотя у нас и так во тьме дамаг больше. Во тьме ночной при свете дня. Дальше я не придумал, я не очень умный. Ну-ка, чё с дамагом? Нормально. Долбит супер нормально. Ты только посмотри, что творится. Это вообще законно такой урон делать? Нормально. Эй, босс, сюда иди, подошел. Покажу тебе, что ты не прав. Куда идти? Кто-то великодушно золотишко раскидал. Люблю ловушки получать, знаете ли. Ого, какой-то мистер Краб идет. Первый раз такого страшного нашел. Но, к счастью, победили. Давайте факел все-таки возьмем. Мне, блин, игра восхитительной стала. Я подумал, что это ядовитое облако, так оно и было. Черепок всего один дали, че так мало? Меч, кладенец, леденец. Стремительные огненные атаки сюда. Так, я думаю, в хилку пойдем, потому что к боссу лучше подготовиться, знаете ли. Хуже не будет, так точно. Прошу прощения за небольшие перерывы. Давайте до фула фиг с ним. А дальше уже разберемся. А, неизвестность. И это так волнительно. Сейчас очень неплохой рандом, ну серьезно. Надо попробовать... Милишное оружие. Я просто, понимаете, вот этот звук, это я... А, сейчас я провод уберу, чтобы я его не трогал. Вот так. На мана. Нет, дядя, я знал, что эта ошибка произойдет. Тяжело быть мной. Но, как я люблю говорить, я же как-то справляюсь. Блин, вообще в эту игру на стрим можно будет. Если интернет будет человеческий. Так, пробивание есть. Что-то он не загорелся, нифига. Видно, там с шансом. Ты выжила? Ты как? Нормально все? Батя, ты в порядке? Батя, еще как в порядке. Где мои ваншоты? Я, знаете ли, люблю ваншоты. Да, великолепно. А, подношение крови, не знаю, но в целом нормальная тема. Варианты для билдостроения. Что это такое?
Это выглядит как ловушка. Как некая мина, что ли. Не успел. Я думал, она только какую-то фигню кастует, но не бьет сама. Нифига себе, это что, крыса ТХ? Да ты глянь, какая дрянь. Пол ХП, наверное, сняла. Ну ничего. Так, хлысты. Прикольно тоже. Я, наверное, это возьму. Выглядит в целом неплохо. Ну и последняя неизвестность перед бастярой. Ох уж эти прерывания. Так, надо побольше хп для босса сохранить. По крайней мере, постараться. Эти змеи-люди опасные, шо пипец. Ой, говной меня обдали. Блин, а прикольные комбинации, мне нравится. Золотишко, сюда иди. А, ну большие кучки, офигеть, как есть смысл собирать. Ну, очевидно, я там не пройду просто. Так, эту мадаму я теперь боюсь очень. Она выжила? Она как-то еще поджечься успела. Что за мэджик? Здесь у нас реликвия. А, пригодится, пригодится. Это короткий данж. Ну что, чемпион? Посмотрим, кто это. И посмотрим, смогу ли я его одолеть. Бомбы, все, что ты можешь. Дружище, ты видел мой урон? Ух, это как будет хел называется, да? А как он предиктит-то, я не понимаю. Новогодний, это Гэндальф к хоббитам приехал. Не иначе, блин, ни хрена себе меня изнасиловали. Это бомба, я думал, это ништяк. Как это мансить? Это же невозможно. Я все ловлю. Я не знаю, к сожалению, сколько хп у персонажа осталось. И у босса сколько осталось. У нас тупо полнейшее неведение. Удачно замансил. А, нормально, больше половины. Я, кстати, космически каким-то образом хиляюсь от него. Или об нее. Мне кажется, мы его одолеем. Он еще и горит, и пердит, короче, ему больно. Додж, братан. Ну все, давай, до свидания. Так, сознание дали достижение какое-то. Так, испытываю радость. Могу дальше пойти? Не, закрыто, говорит, братан, уходи. Так, ну что ж, хорошо, новый рекорд. Новый рекорд, это всегда приятно. Что-нибудь мне нового дадут, скажут. Так, новый символ, хорошо. И у нас получается открыто вот это теперь подземелье. Это подземелье, ну, давайте события посмотрим. Так, я сейчас кое-что подумаю и скоро вернусь. Я тут, в общем, менеджмент вещей делаю. На самом деле без понятия, что это такое. Давайте вот это улучшим. Какие-то штуки пооткрываем, может быть, чтобы было. Самые дешевые. Когти там всякие, не знаю, мечи какие-нибудь. Вот такие, допустим. На самом деле не знаю, что это значит. Вторички. Давайте вот это, например. Вот это, например. Ну и давайте какой-нибудь лук. Так, алтарь оружия. Что это значит? Второй алтарь оружия. Давайте возьмем, пусть будет. Больше я не могу. Число минусов, это не то. И здесь могу что-нибудь. Ну, пока что с таким сетапом пойдем. Почему нет? У нас, получается, второй алтарь оружия восстановился. И здесь каждый раз что-то новое будет появляться. Если я верно понимаю.
Я могу либо вот такой сетап взять, мачете, либо вот такой. Я останусь при своих. Пойдемте на второе испытание. Следует достать мим, бегите от света, он делает вас уязвимым, укрытие в тенях. То есть, наоборот, надо быть в тени. Интересная механика, интересная. Я, пожалуй, пойду отсюда. Хотя что-то мне подсказывает, что это было неверное решение, но уже поздно. Так, ребята, хочу нормальные пухи. Что эта фигня не дамажит? Блин, вообще не дамажит. Тупо 0 ДПС. Да, он голову прячет. Я понял. Ну, такое себе. Надо еще стамином менеджментом заниматься, пытаться. Фига они саппортят друг другу. Интересно, можно было его на ловушку скинуть или нет? Да, можно было. Без проблем. Ну что ж, интересная механика, интересная. Попробуем пройти с ней. Эмана. Так, с атаки, камнелом, двуручная, тяжелая. Попробуем. Ого, нормально. Ну, в целом, разменялись. И ничего даже не дали, вот говнюки. Ого, неплохо. Я такую атаку у босса видел. Блин, испугался, не то нажал. Так, я могу сюда и сюда идти. Настоящие, блин, развилки. Ядовитые копья, давай возьмем. Хотя, копье это же бред. Оно же долгие атаки. Хотя, может быть, оно яда будет много накладывать. Сейчас поглядим. Не уверен. Так, основное, критический урон после идеального уклонения. Жаль, что я не умею идеальное уклонение делать. Вопрос или реликвия? Ну там пух, я в пуху пойду, потому что пухи мне нужны. Пухи — это залог уверенного прохождения, на мой взгляд. Интересно, что будет, если это само подземелье пройти? Попробую успеть в этом видео. Ходить скоро, блин, вообще времени нет. Ничего не успеваю, дико бесит меня это, но... Сделать пока ничего не могу. Так, давай попробуем. Ну, такое себе, честно сказать. Какой-то сделал билд 0 ДПС. Это как убийца с ложкой. Где-то раньше рофл был, когда ходил мужик. Охотничьи топоры метательные. Давай возьмем. Он ходил и ложкой пинал. И как бы дамага ноль, а просто долго, долго. И видел, как жертва погибает. Так и я. Яд наложил, вроде оружие мощное, вроде далеко бьет. А профита ноль. Ну, в принципе. Этот дотикает. И этот дотикает. И ничего не выпало, жаль. Что из этого всего я понял, что метательное оружие мне не очень-то нравится. Ну, просто, ну, посмотрите, ну, это же очень долго. Либо надо как-то увеличивать урон от яда. Что, в принципе, тоже имеет место быть. Блин, я уже думал, яд-то убил, а нифига, видите, вот в чем проблема. Не, яд мне не нравится. Не мое. Так, урон от мечей. Я, наверное, возьму восприятие, хотя это того не стоит. Ну, будем рисковать, будем всякую фигню брать. Тем более, очень дорого выглядит. Осталось какие-нибудь эффекты исцеления найти, знаете ли. Так, я, наверное, в пуху пойду. Пуха одна, пуха вторая. О, так там несколько, типа, как бы этих боссов будет. Я думал, тут всего лишь один. Так, может вызвать землетрясение. Ну, это, наверное, хорошо. Если оно будет дамажить всех вокруг. Нифига себе они мансят. Оказывается, им тоже можно мансить. Я нажимал ворот, я думаю, все видели. Я боюсь, далеко мы не уйдем. Я какую-то максимально неэффективную хрень сделал. Чтобы вы понимали, я вернулся на нолик. Блин, надо срочно лечиться как-то.
Будут ли они друг друга взрывать? По идее, должны. Тупо цепная реакция. Не уверен, что он дотикает, надо... Вот он далеко бьет, говнюк. Бьет далеко, говно и воняет. Землетрясение прокнуло. А, это тоже мощный какой-то противник. Как же они мансят. Срочно нужен алтарь исцеления. Так, револьвер. Нет. Вот это найс. Вы знаете, я, наверное, 100% беру это. Пусть... А, у меня как раз пистолет с вторым оружием. Так что дамаг вообще восхитительный должен быть. Сейчас бы полечиться. Блин, это очень плохо. До улучшения еще очень далеко. Так, братан, ты должен поджигать. Только финальная атака поджигает. Я понял, как это работает. Хотя бы друг друга поубивали и на этом нормально повзрывали. А, вон как землетрясение, оказывается, работает. Забавно. Теперь я буду знать. Наверное, горение — это эффект ослабления, полагаю я. Так что особого профита здесь не будет. Вот эта атака просто петушинская. Неплохо. Блин, ребят, лечение, плиз. Очень надо. Так, можно улучшить. Ну, однозначно. Только это дорого, но придется опять всякие негативные эффекты брать. Эх, золотишко, до босса бы дойти. Волнительно, темно, страшно. Чё по урону? Хороший. И стамины почти не тратится. Вообще восхитительное оружие. Нравится. К управлению никак привыкнуть не могу. Тут краб какой-то. Ни хрена. Краб бэкстабит. Ну, не идеально вообще. Ну, куда деваться? Ага, их говной удалило, хорошо. Может, мы тупо расстреляем? Тупо на бестаминье его завалили. Тупо жестко. Двигаем дальше. Ну все, оружие, оружие возьмем. Я очень сомневаюсь, что у нас получится сильно дальше пройти. В урнах не золотая кровь. А, такое себе. Шило. Я бы сказал, на мыло. Так, ломаем одного, он взрывает остальных. Начинается суперцепная реакция. Вообще неплохо. Этот дотикает. А этого мы сами. Дядя, не быкуй. Пока получается что-то. Блин, ушел. Задница лебяжья. Почему я не убила этими штуками сверху? Лоханулся я, конечно, конкретно. Блин, ребята, мне бы хил. Так, это я не буду брать, вторичная. Молнии нету. Честно, я, наверное, не буду брать, у меня поинтереснее будет. Идем босса смотреть, если успеем. Ну, босса-чемпиона, называйте как хотите. Там тогда надо будет первое испытание попробовать пройти. А, так это этот же. Я его, в принципе, помню, знаю, но... ХП не хватит.
Я, в принципе, его ломаю. Не, без вариантов. Изнасилование. Можно было бы, но хп нет. Тупо zero depths. Без вариантов. Чуть-чуть бы побольше. Я бы его удалил. Дядя, уходи. Я пытался. Как тигр, как лев. Но не покажу вам сегодня, как лев рычит. Посмотрим, что нам дали в итоге. Жалко, прикольно было. Так, новое событие через один день. Ну ладно. Я испытал фиаско. Ага. И это каждый раз будет новое через два дня. Интересно, ладно, в следующий раз тогда пойдем или сюда, или сюда. В общем-то, пока что всем большое спасибо за просмотр. Будем проходить дальше. Надеюсь, вам было интересно. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.